Как известно, 27 октября текущего года пройдут выборы депутатов Законодательной палаты Оли Маджлиса и местных кенгяши. Напомним, что в соответствии со статьей 128 Конституции Узбекистана выборы в Законодательную палату Оли Маджлиса и Джукарга Кенгес Республики Каракалпакстан, представительные органы государственной власти, регионов, районов, городов проводятся в год истечения их конституционного срока полномочий. Сейчас же полным ходом проходят избирательные кампании политических партий. Очередная предвыборная встреча активистов Народно-демократической партии Узбекистана была проведена в Сергелийском районе столицы. В ходе встречи избирателям были представлены кандидаты в депутаты Законодательной палаты Оли Маджлиса Республики Узбекистан, а также местные кенгяши народных депутатов. Также была озвучена предвыборная программа каждого из кандидатов, и в каждой программе серьезные акценты расставлены во благо личности. А это улучшение социальной защиты населения, внесение изменений в систему пенсий и пособий, забота и поддержка людей с инвалидностью, а также обеспечение рабочими местами незанятого населения. Все программные концепции воодушевили избирателей. Народно-демократическая партия Узбекистана в своей программе высветила многие проблемы, которые не могут не порадовать избирателей. Прежде всего, это реформы в сфере медицины, особый контроль за ценами на лекарственные препараты. Это необходимость времени. И именно этот вопрос вызывает массу позитивных эмоций среди избирателей. Также у нас есть возможность ближе познакомиться с программными задачами других политических партий, работающих в нашей стране, в ходе предстоящих выборов и сделать максимально правильный выбор. В ходе встречи каждый избиратель получил возможность непосредственно встретиться с кандидатом в депутаты, ближе узнать о его программных задачах и просто по-человечески пообщаться с будущим депутатом. Радует и тот факт, что избиратели в нынешнем году проявляют особую активность, задают множество вопросов кандидатов, поддерживают его концепцию. Каждый избиратель понимает, что он делает свой выбор на предстоящие 5 лет. И от выбора каждого будет зависеть качество жизни в нашей стране. Активисты партии также подчеркнули, что приоритет ее деятельности в создании защиты прав и свобод граждан, создание благоприятной среды для жизни и деятельности каждого узбекистанца, который находится под защитой своего государства.